все подписчики, всем огромный привет. В общем, я сейчас поехал на обед с работы, и по пути я сначала ходил в азиатский, поехать азиатскую еду купить, и по пути уже передумал, то есть надоела азиатская еда. Сейчас, если у них открыт еще буфет, попробую вам тоже показать, если получится. Не буду делать полный там обзор всего магазина, потому что времени нет. Покажу вам только вот этот отдел, где готовую еду продают, где можно прийти просто купить себе что-то поесть на обед, там, посидеть. В общем, я сюда хожу очень редко, потому что, первая причина, как бы здесь все дорого, потому что здесь некоторые магазины, если они вот продают органические продукты и неорганические, а здесь такая история, они продают все только чисто органическое, то есть неорганических продуктов здесь нет. То есть здесь как бы зашел, и у тебя полностью все органическое или все натуральное, без ГМО. В общем, естественно, дороже намного цены, но так как здесь один из самых высоких по уровню жизни городов, плюс это центр города, в общем, здесь контингент в основном такой, который деньги особо не экономит. Я даже немного знаю знакомых, кто здесь покупает, потому что даже вот у меня много знакомых, кто зарабатывает прилично, но даже для них это считается дорого. То есть какие-то отдельные продукты, да, приходят, покупают, но в основном отовариваются в других магазинах. То есть люди, которые здесь покупают постоянно, то есть именно все, вот, к примеру, как я, все там покупаю в Subway, да, то есть такие, которые здесь все прямо покупают, я думаю, ну, очень много надо зарабатывать. В общем, я прихожу сюда иногда просто в обеденное время, чтобы, в общем, купить готовую еду на обед. И я вам сейчас покажу, какие здесь варианты. Ну, то же самое по ценам, вот о чем я говорю. Я обычно езжу, к примеру, в азиатскую. В азиатской вы можете купить за $8 еду, на которой вам на 2 дня хватит. То есть берете большую, там она как-то там, я не помню, мега комбо называется или что-то такое, и там вы ее за раз не съедите, вам 2 раза вполне, ну, хватит наесться. То есть один день поел, потом в холодильник положил, на следующий день достал в микроволновку, опять поел. А здесь как бы, чтобы один раз поесть, вам, ну, даже в $10 будет сложно уложиться. В общем, сейчас все увидите на деле. Значит, здесь есть на улице столики, и столики есть внутри. То есть внутри, вот здесь, видите, можно сидеть. И многие люди так и делают. Они приезжают, сразу купили, и здесь на столиках поели. В сам магазин, как я вам говорю, вот в отделы не пойдем, не будем там ничего смотреть, потому что он очень большой, много времени. Но даже по мелочам, вот посмотрите, то есть вот маленькая бутылочка даже воды стоит $5.50. Вот такая $6. То есть со скидкой, типа как распродажа, по $3. То есть и здесь все так стоит. То есть здесь обычные продукты, которые вы там в Subway купите, здесь они могут до 10 раз быстрее быть. То есть видите, обычные сэндвичи, итальянский сэндвич, $8. Вот такой вот маленький. То есть в том же... Это ихний в Whole Foods, то есть фирменный. Вот здесь вот дисплей. То есть вам показано, как он выглядит внутри. То есть, чтобы люди не разворачивали, не смотрели. А здесь он вам такой же, как внутри, он здесь вот вам лежит. То есть там совсем чуть-чуть солями, небольшой сыр, небольшая ветчина, салат и все. И булка. То есть если вы пойдете в тот же фастфуд Subway, там такой можно взять, я не знаю, за сколько. Там огроменный можно купить за $6, который вы еще запаритесь есть. А здесь вот такой вот маленький стоит 8. И, в общем, что я здесь обычно покупаю? То есть здесь вот единственное интересное предложение, которое доступно не только богатым, вот 88,99 за паунд.
То есть за 450 грамм любой еды вы платите как бы $9. Ну, налог еще будет, потому что налог не берется с продуктов, но с готовой еды, которая уже готовая, это называется кулинария, с нее налог все-таки берется. Вот. И здесь, смотрите, по выбору, что есть. Вот это вот сладкий картофель, видите, такого оранжевого цвета. То есть такая же, как картошка, только она побольше и сладкая. Цветная капуста, pulled pork. То есть pulled pork — это что-то типа тушенки. То есть вот она, тушеная свинина, рис, кукуруза, рис фасоли, курица. Ну, то есть, видите, сейчас я специально, ну, как, сюда почему пошел, потому что уже поздно. В общем, проблема в том, что в обеденное время сюда очень сложно попасть. Здесь, во-первых, не хватает парковок, надо стоять ждать, когда кто-то уедет. А, во-вторых, здесь, ну, поэтому сейчас здесь... Получается, видите, меньший выбор, потому что какие-то блюда уже закончились, их заменили другими. То есть, естественно, самое популярное — это все, что связано с мясом. То есть все мясные там блюда, их быстро забирают. Вот, вот это вот индийская курица в таком. А более такие блюда остаются. Ну вот, к примеру, есть неплохая это самая. Код — это рыба. Хек. Вот это вот курица, видите, такая валеная в чем-то. Ну, все равно, вот этот весь буфет, оно все здесь изготовлено с натуральных продуктов. То есть учитывайте, да, что цена дороговата, $9 за паунд, но это все органическое. Вот. Ну, если вот такая обычная капуста, к примеру, в тут составе, она стоит, ну, я не знаю, органическая, $2 за паунд. То есть тут только за счет того, что она порезанная, вы уже платите за нее 5 раз дороже. Ну, к примеру, вот это вот крутая вещь, это вот чисто тунец, вот это чисто тунец. А, вот это неплохая штука, потому что она так и стоит, это долма. Очень вкусная. А, оливки. Вот, то есть я обычно беру, здесь стараюсь брать все только дорогие продукты. Я не беру там лук, вот это вот перец, это вот все жареное на гриле. Вот, не беру вот такие вот всякие фигни. То есть я прихожу сюда, беру сразу там долму, рыбу, мясо, вот такое. И потом, чтобы просто это все не есть сухомятку, вот здесь можно вот взять жареный чеснок, жареные оливки, грибы, артишоки, вот такая вот морковь, ну, то есть вот такие мелкие. И самое вот здесь вот крутое, то есть здесь, видите, миндаль, орехи, кренбери, творог. Потом вот этот вот голубой сыр, blue cheese называется, чеддер, кусочки потом курицы, ветчина. Ну, то есть здесь более получаются более дорогие продукты, вот, тоже, которые есть смысл брать. То есть они здесь лежат как бы для салатов. То есть вы можете прийти и себе вот из этой чепухи сделать салат. То есть здесь, видите, даже зеленая фасоль есть, органическая тофу, лук зеленый, вот, то есть оно как бы весит мало, но такие дорогие, высококалорийные продукты. И вторая, получается, вещь, видите, то есть здесь есть коробочки, вон они стоят, картонные. То есть если вы берете с собой, вы берете эту коробочку, накладываете. Если вы не собираетесь брать с собой, вы можете класть сразу в тарелку, вот в такую. Они уже, ну, знают вес старый, они уже на кассе вам посчитают вес только того, чего вы наложили. И вы на, в тарелку наклали, или в такую, и потом там просто едите. В общем, я сейчас пока отключусь, возьму себе какую-то еду, потом вам скажу, что я взял. В общем, сами коробки, видите, тут есть под любой запрос. Вы можете взять несколько маленьких и отдельно всю еду класть. Например, в одну там тарелку салат, другое мясное блюдо. Можете взять сразу большую, туда все в кучу класть. И блюда, как я вам говорю, то есть видите, в обед привозят самые популярные, потом они закончились, вот подвозят новые блюда, а старые, которые закончились, забирают. Поэтому они меняются. И не факт, что то, что было в обед, что сейчас точно такая же еда. То есть сейчас уже ассортимент может быть абсолютно другой.
Вот. Здесь курицы тоже, они тоже дороже, потому что, видите, они все органические, органические. То есть в том же Walmart'е курицу можно купить за 2,50 на распродаже, а здесь $15, $10. Вот и сравните, вы можете купить здесь одну курицу, CVA вы можете купить две, а в Walmart'е, когда распродажа, когда они там уже, я не знаю, 2 или 3 часа их никто не купил, они их за 50%, по 2,50 продают. Ну, значит, сначала вот что я выбрал из мясного отдела, то есть я решил долго просто не выбирать, то есть я беру курицу с грибами тушеную, вон она самая в уголке лежит, два кусочка хек в лемонграссе, то есть там в составе кокос, соевый соус, лемонграсс, то есть это лимонная трава, коричневый сахар, чеснок, то есть там как бы, ну она вкусная, вот. И она такая, видите, то есть не жареная, а как тушеная, то есть более полезная. И маленький кусочек вот этой и баттер чикен, это в общем тоже курица тушеная в таком соусе со специями, то есть ну более из индийской кухни. Можно было бы взять еще эту свинину, можно было бы обычную жареную курицу брать, но в общем я не хочу. И сейчас буду остальное вот тут выбирать. В общем, ну просто видите, все не вмещается, потому что много засыпалось другой. То есть дальше я беру чеснок жареный, орехи, это типа грецких, но это не грецкие, какой-то аналог их нет. Два долмана, blue cheese, то есть фиолетовый сыр с плесенью, там под ним несколько оливок, вот это сметана и три кусочка маленькой ветчины, все. То есть вот это вот все, что мне хватит. Здесь, в принципе, можно было бы еще что-то взять, вот, ну, наверное, возьму чуть-чуть зеленого лука и шпината. Просто сверху посыплю, чтобы хоть какая-то зелень была. А остальное все, вот это овощи, кукурузу, бобы, вот это я все брать не буду. В общем, вот я положил еще чуть-чуть лука и шпината, и все. В общем, это мне хватит, здесь приличная порция, я чувствую по весу. Но я не знаю, сколько именно. Сейчас пойду на кассе, там они взвесят, и, в общем, я вам потом скажу, сколько стоило. Но здесь явно дороже $10. Ну, я не знаю, может 12, может 15. Ну, в общем, вот сами видите по чеку, то есть здесь получается 1.5 паунда, даже больше, чем 1.5, по 8.99, получается 13.66 плюс $1.30 налог. То есть в итоге $15. Но оно так и есть. Почему я вам говорю, я сюда езжу редко, потому что минимум мне здесь получалось покупать где-то на $12. Это минимум. Но обычно оно выходит вот так. 13, 14, 15. То есть день на день не приходится, смотря что берешь. Вот. Но зато это как бы все органическое и все как бы взаимосвязано. То есть в фастфуде, естественно, вы можете за такую сумму два раза поесть, но там ничего органического нету вообще абсолютно. Плюс, ну, там еще и вред вы для здоровья причините. В общем, как бы для редких как бы вылазок сюда, то есть иногда там, я не знаю, я даже раз в месяц сюда не езжу, то есть я тут был всего за все время, может быть, раз пять. То есть это, считайте, за 5 лет вот по разу в год. Вот. Ну, в общем, вот такие вот дела. То есть, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока и удачи. Пока-пока.